где мы шли? Да. Да. Ладно. Четыреста. Поехали! Музыканты Магаданского оркестра духовой и эстрадной музыки представили публике цикл концертов для взрослых и детей. Music Art – проект «Секреты духового». Мероприятие прошло совместно с театральной студией RED. Первая глава – инструментальная RED-акция. Зрителям рассказали о музыкальных инструментах. Организаторы отметили, что это образовательный цикл концертной программы. Руководитель творческого коллектива рассказал зрителям об истории музыкальных инструментов духового оркестра и как они применяются в исполнении произведений. Среди представленных – малая и большая флейты, барабаны и даже саксофон. Саксофон – это достаточно юный инструмент. Его изобрели в 1842 году. Для тех, кто не знает, изобрел его Адольф Сакс, бельгийский композитор и музыкант. Граждане Бельгии очень гордятся своим земляком, потому что он изобрел не только саксофоны, а многие инструменты духового оркестра. Алексей Грошевик, дирижер оркестра, тоже исполнил со своим коллективом творческий номер на ударных музыкальных инструментах. Артисты и музыканты показали программу, которая составила тандем музыки и клоунской работы. В зависимости от аудитории концерт украсили импровизацией и интерактивом. Специалисты отметили, что первое представление – самое сложное в подготовке. Музыканты до мелочей продумывали концепцию, которая интересно и увлекательно познакомит публику с инструментами оркестра.